Иностранное сырье, производство и оборудование сменить на российское. Либерал-демократы предлагают начать развивать промышленность и экономику без участия Европы и США. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает национализировать все торговые сети. Но это опасно, потому что это продовольствие, лекарства. И это все мы должны сами производить, хотя бы с точки зрения, чтобы не попасть в ситуацию, когда они прекратят поставку продовольствия. Вот полностью прекращают поставку, а у нас, допустим, своего не хватает. Мы живем из расчета поставок из-за рубежа. Как считает лидер партии, необходимо ввести государственную монополию на самые потребляемые товары. К ним относятся прежде всего сахар, алкоголь и табак. У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранцев. Все заводы в их руках. То есть небольшие налоги они здесь платят, а основная прибыль уходит туда. То есть вода наша, сырье наше, рабочее наше, все наше, марка наша, а деньги туда. По мнению партии, если предложение будет услышано, это принесет не только полнейшую независимость нашей стране, но и дополнительные рабочие места, что в первую очередь повысит уровень доходов населения. Юлия Пермякова, Новости дня.